пока раскладываются, я санонсирую. Александра Гирас, художник-дизайнер, член Белорусского союза дизайнеров, выпускница Московской текстильной академии школы Батика Зайцевой. Тема выступления – окрашивание тканей в технике шибари. Александра расскажет, как красить изделия из войлока, будь то одежда, сумка, обувь или шарф, с белого листа. Сделает обзор текстильных красителей. Ну и полученные знания, я думаю, вы сможете применить, создавая одежду, аксессуары и все, что угодно из войлока. Александра, передаю слово. Здравствуйте, меня зовут Александра. Я рада очень вас всех видеть, очень много знакомых лиц. Вот, очень приятно как бы всех встретить. Только что, вот недавно вернулась с Вильтрозы, поэтому очень как-то такие яркие впечатления. Может быть, несколько, пару слов я просто вначале тоже свои впечатления скажу, а потом я буду рассказывать вам о крашении. Крашу я все, и крашу как бы изделие целиком с белого листа. И я вам это потом расскажу и покажу. Мероприятие Вильтроза, она еще называется митинг. То есть это больше, наверное, не все-таки выставка или продажа. Там это вот, этого вообще даже просто нету. То, что мы привыкли, когда вот мы собираемся, и мы свои изделия презентуем и их покупаем. Там, скорее всего, это, можно сказать, больше образовательный проект, когда приглашаются со всего мира. Там, в общем, были как бы преподаватели со всех концов, из Аргентины, и финны, и итальянцы. Вот. На этой встрече как бы происходит такой обмен энергией, я бы сказала. И что вот чем ценна эта Вильтроза, почему мне было интересно, очень интересно посмотреть ее изнутри, почувствовать то, что люди действительно собираются не для того, чтобы сделать что-то такое на продажу, а вот они собираются для того, чтобы вот обменяться вот этой творческой энергией. И интересно, жалко, что я не могу показать фотографии, но вот интересно вот эти вот цеха, когда несколько мастеров проводят мастер-классы, и когда вот люди, ну, то есть вот такое, там было просто огромное помещение, такое как цех, где люди занимались вот именно валянием. А валяние было представлено, ну, в большинстве, как бы, потому что было еще и ткачество, и было прядение. Сама Эва Базиль, она профессиональный художник по текстилю. И в прошлом, я не знаю, может быть и сейчас, но в прошлом она занималась тем, что создавала текстиль для известных домов моды итальянских. Вот. Также я знаю, что вот многие именно вот, как бы мастера и фельдмейкеры Италии, которые занимаются войлоком, они занимаются больше интерьерным войлоком. Там, наверное, нету такого, как у нас обувь, валеная обувь, потому что там снег бывает раз в 10 лет. То есть, в принципе, там нету, там климат совсем другой. Там нету такого, что вот войлок, конечно, прекрасен, он согревает, он здоровый материал, и вообще он, ну, живой материал. Но они действительно, вот права Оля, что они относятся к нему по-другому, не так, как у нас. Вот у нас он такой вот прикладной, мы его вот хотим носить и хотим согревать себя вот им. Вот. И ну, мне, конечно, было интересно в это во все окунуться. И что делала там я? Изначально, когда я списывалась с Эвой и договаривалась о участии, она предложила участвовать в выставке. Выставка была на пленэре. Выставка была арт-объектов. То есть участники свои объекты, а это должны были быть объекты, которые либо могли куда-то прикрепиться, либо стояли сами по себе. Их, ну, можно было и нужно было оставлять на открытом воздухе несколько дней. То есть все дни Вильтрозы с 4 мая до 7 они должны были быть на пленэре. Ну, то есть нужно было сделать изделие, которое бы не боялось ни солнца, ни там дождика какого-то, ни того, что нам говорили, что охранять их не будут. Вот. И открытие Вильтрозы началось именно вот с этого вот мероприятия, когда перед тем, как мы полдня
это все расставляли и вывешивали. Это была обзорная площадка вот этого старинного средневекового городка, вот Нацана, на берегу Тибра, на таком высоком берегу, на огромном широком дубе. И вот вокруг него и была вот эта выставка проходила. Интересно, что Нацана еще по количеству даже не доходит до 1500 населения человек. Но у них есть свой муниципалитет, у них есть мэр, который присутствовал на этой выставке, вот, и есть свой музей реки. Вот называется музей реки, в котором потом и проходили вот эти все мастер-классы, которые предоставлял бесплатно свои помещения. Вот. И еще одно из моих участий, я участвовала, русская группа Юлия Орлова делала вот презентацию вот русского войлока и Ольга. И мне Ева Базиль выделила угол, где я могла тоже, ну, представить свои изделия, представить вот то, что я привезла туда. Вот. И ну, это тоже была такая мини-выставочка. Вот. Интересно было, конечно, сравнить еще наше преподавание и наших мастеров. И интересно еще, что даже не зная языка, можно научить. Конечно, хорошо знать итальянский, но я ездила туда с мужем, муж очень хорошо знает итальянский, он переводил. Он, когда мы были, ходили по мастер-классам, мы смотрели, каждый раз посещали, смотрели. Вот. Он говорил, знаешь, что они говорят, как они обучают? Это одно почти слово. «Faccio così». «Faccio così» они вот делают. «Делай, как я». «Делай так». «Делай так». Это было, в общем... Если вы хотите преподавать на фильтрозе, вот вам достаточно выучить минимум какой-то, да, «faccio così», и это, да, и вот, и вы сможете научить, я думаю, что там валять. Вот, ну, мне кажется, что такие мероприятия нужно посещать, и если есть возможность, то, ну, в общем-то, это такой большой обмен энергии, большое обновление. Вот я бы сказала, что они нужны. Не знаю, насколько, как бы, повышается сильно уровень. Я думаю, что мы все равно найдем, где повысить свой уровень, найдем, где научиться лучше. Ну вот, все, конечно, в сравнении. Вот, Ольга уже сказала о мастерах, о наших и о итальянских. Вот. А теперь давайте вот приступим к окрашиванию. Тоже задавайте вопросы, если вот я буду рассказывать о том, что я крашу все, и не знаю, кто, наверное, любит красить больше, чем я, потому что все изделия, которые вы видите, они окрашены с белого листа, то есть я делаю из белых материалов, у меня как бы мастер-класс был такой, что я делаю, изначально беру белую шерсть, белые волокна, белый шелк, белые ткани, и я делаю изделия, просто обращая внимание на его фактуру. Вот. А потом начинается, то есть вот само таинство войлока сначала, вот это первый такой вот блок, а потом начинается таинство крашения. Я сама по профессии художник-дизайнер по костюму, вот, и училась, мечтала всегда научиться батику. И закончила курс батика вот у Галины Зайцевой в Москве. И поэтому подход у меня к окрашиванию войлока как к окрашиванию батика. И красители, которые я вам вот покажу, они тоже больше красители, которые вот красят все-таки батик. Вот. Значит, с помощью... так... Вот существуют вот различные красители, которые мы с вами можем приобрести в магазине или в интернете. Вот есть красители турецкие такие, вот вы, может быть, такие вот знаете, они продавались у нас вот в Искуснице, да, и красители такие продаются в интернете. Есть красители индийские, я в свое время покупала их у Ксении Шинковской, вот они на основе растительных всяких экстрактов, тоже они вот такие универсальные красители для шерсти. Есть красители украинские, вот Ольга Шулико тоже их продавала. Они тоже из универсальных, то, что можно красить, в общем-то, вот если делать белые изделия, если вы хотите
не создавать изделия из цветной шерсти, цветных волокон и цветной ткани, да, а сделать цельное изделие такое, когда у вас будет ткань такого же тона, такого же цвета, как и шерсть, то вам нужно сделать его белым сначала, изначально. Так как я занималась батиком, то знала, что очень хорошая фирма, качественная для тканей, это вот фирма Ивана. И у них есть тоже универсальные красители. Вот продаются они в таких коробочках. И если красители вот такого плана, то вот порошковые изделия нужно варить, а войлоку это, в общем, противопоказано, потому что он усаживается. То чем хороши эти красители, красятся изделия от 50 градусов. Вот 50 градусов, и определенную концентрацию нужно подобрать порошка и вес изделия. И вот оно окрашивается. Это немецкие красители Ивана. Но я столкнулась с тем, с такой проблемой, что однажды мне нужно было покрасить изделие в шоколадный цвет. Ну вот приблизительно вот в такой. Изделие было сделано из шелка, палантин был сделан из шелка и шерсти. И я взяла коричневый краситель, вот Иваны. Раньше он вроде бы меня не подводил, но я не делала насыщенных таких темных цветов. И сделала концентрацию, окунула, и цвет не добрала. И мне пришлось несколько раз покупать вот краситель, красить изделие, чтобы добрать насыщенность. И, в общем, мне как-то это не понравилось. Я стала искать еще. И однажды я попробовала вот краситель такой вот, так он и называется, краситель для батика, батик-хобби. Российский, да, гамовский. Да, он продается, но продается в наших художественных магазинах, вот арт-территория и вот и серия вот этих магазинов. Хочу сказать о нем, что если вот это, я вам говорила, что это универсальные красители, вы можете красить как и шерсть, так и шелк, так и, то есть это животного происхождения, да, вот материалы, так и лен, коноплю, там, вискозу, да, то краситель вот для батика, он красит только животное происхождение, то есть материалы шелк и шерсть. Но чем он хорош? Он красит очень насыщенно, он смешивается просто те оттенки, которые вы только захотите в одном изделии использовать, вы можете использовать. И вам не надо красить, если вы красите порошковыми вот этими красителями окунанием, да, вы, например, в ведро насыпаете и окунаете изделие, даже если вы там его делаете шибори или завязываете как-то, да, у вас какой-то рисунок, то здесь при помощи вот этого красителя для батика вы можете чуть ли не рисовать и красить, в общем-то, участками, красить эффект, делая амбре или деграде, вот этот, который от светлого к темному. А ты его потом как закрепляешь? Я, вот, сейчас к этому, главное. Сейчас самое главное, да. Вот. Закрепляется он тоже, как мы закрепляем, если вот, ну, есть тут специалисты, которые вот точно знают про батик, но закрепляем мы его запариванием, так как закрепляется батик. И закрепляем мы запариванием и вот наши вот вещи, которые уже вроде бы уже почти готовы. Почему они не садятся? Потому что мы начинаем запаривать их не шоком, не в кипяток, а мы начинаем и от холодной воды и медленно нагреваем. И около часа они в сухом, как бы сухое запаривание вот происходит вот в чане или в ведре. Вот. Где же на пару? На пару. Обязательно. Вот, то есть соприкосновение с водой быть не должно. Это должна быть какая-то пленка или пакет, который будет плотно закрыт. Но ваше изделие может быть и желательно, чтобы было чуть-чуть недовалено. То есть, ну вот, те, кто валяет, тот знает, вот как... То есть вот оно, да, оно не должно быть увалено сильно, потому что у него есть еще
ну, пару процентов того, что оно вот при, в процессе вот этого сухого запаривания оно еще немножко сваляется. Вот. И потом, когда вы его достаете, вы тоже не делаете ему никакого шока, вы его оставляете медленно-медленно остывать. То есть вот за счет этого оно не усаживается. Вещи как бы не усаживаются, они становятся хорошо сваленными. Что мне нравится в этих красителях очень, что шелк, как и в батике, вот если вот вы, может быть, видели расписанные и запаренные вот шарфы, он приобретает блеск. Вот красители вот такого плана, вот которые я вот вам показывала, да, вот эти вот порошковые, а шелк от них тускнеет. А вот с помощью запаривания вот он приобретает, вот вы потом просто можете посмотреть, они блестят, он такой сияющий, переливается. Вот, и что еще хотела сказать, таким образом, таким способом можно красить любые волокна. Так, тут хотела показать еще. Можно красить просто шелковые шарфы. Ну, вот, вот есть такой палантин. Вот он тоже окрашен таким же способом. Здесь рисунок из префельта у него, и тоже от белого. Он окрашен тоже, в общем-то, вот этими красителями Batik Hobby. А здесь мы использовали тоже запаривание или микроволновку? Микроволновку вообще не использую, и я вам не советую ее использовать, ну, потому что вы не можете контролировать процесс, потому что шелк и шерсть – живой материал. Микроволновка, ну, вы можете не угадать и сжечь. Ну, здесь постепенный процесс. Вот я бы рекомендовала все-таки вот сухое запаривание, но микроволновкой я не советую. И еще, не красьте акриловыми красителями. Акрил образует такую целлофановую пленку на волокне. То есть вот на шерстяном волокне, на шелке он придает жесткость, он не дышит. А вот этот краситель, он называется органический краситель. То есть вот есть такие акриловые, есть такие органические. Вот. То есть надо, чтобы он назывался органический. Нет, не утюга. Утюга – это вот как раз акрил. И вот как раз вот эта вот серия – это вот для батика краски, да? Это акриловые краски, которые запариваются утюгом. Их прогладил, их можно стирать. А? Вот, ну, я говорю краски о батике, ну, краски для батика. Явана – это и акрил, у них целая серия. Это и вот это универсальные, я вот принесла универсальные. Не, вот в коробочке универсальные, а вот то, что у них для батика, у них акрил. Угу. Вот, что-то еще. Также хотела сказать, что я участвую ежегодно, вот у нас есть пленэры объемного текстиля, которые Лариса Финкельштейн проводит, и тоже я там вот делала объекты из войлока и красила их таким способом. Таким способом не красится лен. Вот хотела вам показать, что внутри вот этого изделия, например, лен, вот он остается белым. Вы, если используете вискозу, лен и другие растительные волокна в своем изделии, они не прокрасятся. Они приобретут, может быть, какой-то оттенок, но они останутся белыми. Может быть, это даст красивый эффект. То есть, может быть, вы и захотите такой эффект прожилок или инея такого. Вот. Но у вас будет краситься шерсть и шелк, но не красятся растительные волокна. Вот. Какие-нибудь вопросы еще? Вот, хочу показать, что изделие часто выглядит вот так. Ну, то есть оно может быть и остаться таким, да? Но вот я крашу, вот я делаю белое изделие. Вот тут, правда, цветные волокна, у меня цветные волокна шелка. Но потом вот это целое колдовство. Я вот говорю вам, что попробуйте, вам очень понравится. Это здорово просто. Использую разный шелк. Использую шелк маргеланский, конечно, очень люблю его. Он такой перламутровый эффект придает. Разреженный. Здесь, вот в этих шарфах разрежены. Использую эксельсиор. Он красиво блестит, очень тоже вот при таком крашении. Использую шифон. Вот в этих туниках это шифон. А здесь вообще три вида шелка. Тут вот такой плотный, дорогой индийский шелк, эксельсиор, и внутри здесь маргеланский.
Вот. А сколько вот у вас примерно граммов шерсти уходит? Я смотрю, такие тоненькие палантины. И ваши сколько грамм примерно шерсти у вас уходит? Ну, с какой шерстью работаете? Работаю с мериносом, с белым мериносом. Не окрашенным. Не окрашенным, да. Хотела сказать, что только не отбеленным. Можно, конечно, и отбеленный, но многие знают, что он хуже валяется. Все-таки натуральный вот этот не отбеленный. Ну, итальянский или какой есть, в общем-то. А? Ну, желательно, нет, 18 обычно, да, желательно, смотря какое изделие вы делаете. Вы можете сделать интерьерный объект или сумку, например, и также его покрасить. И это не обязательно, какой тонины у вас будет шерсть. То есть она покрасится так же хорошо, таким способом. Вот. Если говорить еще о шибаре. Да, если говорить еще о шибаре может быть тоже разное, оно может быть... В крашении шибари, да, вот, например, как здесь, да, вот тут как бы используются разные вот, как бы соединения, завязанность и складчатость. Вот. Оно может быть в объемах. Тут у меня нету такого изделия, но на мастер-классах я обычно показываю шибари вот в объеме, когда валяешь, изначально как бы стянув, связав, сделав складчатую поверхность. Вот. Вот здесь тоже шибари в крашении, в этом шифоне, в этом палантине. Здесь что, отдельно префильт, отдельно отдельно покрасить шар? Нет, не отдельно, здесь тоже вместе. Здесь тоже вместе. Да, здесь был просто префильт, у меня был синий и белый. Он как бы часть была, ну вот просто можно посмотреть поближе, часть была его синим, однотонным, часть белым, вот. И он приваливался на белый шелк, а потом красился шибари. Вот. Так, может какие-то еще вопросы? Отвечу. А, использую, да, не сказала самого главного, наверное. При крашении волокон животного происхождения, шелка и шерсти используем обязательно кислую среду. Уксус должен быть или лимонная кислота, либо уксус может быть натуральный, не обязательно вот такой, как... Сначала замачиваете, да? Нет, обязательно, когда вы красите, вы должны добавлять туда уксус. А, именно в красный? Хорошо, конечно, его... После, например, валяния, так как там щелочь остается от мыла, опустить в ванну, ну не в ванну, а опустить его и прополоскать немножко в уксусе. Это очень хорошо, тогда хорошо очень краска в него берется. Нет, не пользуюсь. А еще очень давно, когда я только начинала валять, я пользовалась нашими вот этими красителями и столкнулась с тем, что просто было жалко изделие, потому что вместо синего у меня получился грязно-серый цвет. И я ничего вот не могла с ним сделать. А было написано на баночке «синий». То есть вот то, что как бы я не могла управлять процессом, мне это очень не понравилось. А я пользуюсь, хотите отправить? Хотим. Покупаю наши вот эти вот чьи, украинские они были, чьи там питерские. Это Россия, наверное, российские. Красят, но не все. Желтые, оранжевые вообще не красят. А вот остальные черные, синие. Но вот а мне не понравилось. Мне не понравилось красить, когда в изделии находится несколько разных материалов. А у меня наоборот вообще. Тогда получается, например, шерсть коричневая, ткань зеленая, и в общем получается. А я хлопок ребенок. Поэтому у меня берет. А вы используете блокираторы здесь? Да. Девочки, тише, а то балаган уже. Здесь блокираторы вы? Здесь используются блокираторы, да. Здесь используются блокираторы, да. То есть, как бы вырезаете такими? Да, потом вот, вырезаете. Например, это окрашивалось, я просто смотрю, другие оттенки, более вот здесь насыщенные. То есть это вы не отдельно, уже в готовом изделии это красится? Готовое белое изделие красится. И вот именно, если говорить об этом, да? Да, то есть, как бы, именно об этом. Просто вот давали какие-то разные оттенки на разные... Вы, таким способом вы можете вообще красить кистью. Вы можете, например, красить от одного угла и делать растяжку тех цветов чуть ли не радугу. То есть вот первый мой шар был вообще радужный. Я его покрасила во все цвета радуги, и это получилось. Оно не,
не расползлось, оно не стало грязью какой-то, потому что там был оранжевый, фиолетовый, например. А разбудите, опять же, в воде с уксусом, да. До нужного вам оттенка. До нужного и оттенка, просто, да. Такими, так сказать, как легкие поливания, скажем так. А это можно уже как по-разному, это уже как вы хотите. Можете кистью, можете поливать, можете брызгать брызгалкой, например. Это вот как... Процесс уже такой творческий, это вот как влажно, он, да. Все влажно. Если это будет не влажный, то будет более концентрированный цвет. А краску сами нужно разбавлять водой, да? Краситель, конечно. Да, конечно. Смешивается великолепно, оттенки вообще получаются, ну, все, что хотите. Вот если вы ограничены вот такими цветами, да, то даже если вы друг с дружкой их смешаете, все равно а это... Краситель у нас в Минске продается, вот этот? Конечно. То есть, я сказала уже, в арт-территории, да. В арт-территории, да, продается, да? Да? Я поняла. И в Элатио. Есть просто несколько точек, где они продают. И в Галилео, там, где арт-территория, он продается. И вот этот тоже продается. Получается. Около часа. Мне кажется, что в арт-территории... Нет? Я просто... В арт-территории раньше, я ее покупала последний раз. Арт-территория на Немиге, в Галилео, это серия магазинов для художников. Есть еще, пожалуйста, можно ли смешивать красители разных марок? Нет, вы можете, вполне, вы можете покрасить изделие универсальным. Да, вам, например, нужно, чтобы волокна растительные покрасились в какой-то определенный оттенок, а потом красьте таким. Еще вопросы, девочки? Спасибо, Александра, большое, да. Очень познавательно. Пожалуйста. Так,